Восьмой раз Брест принимал баскетболистов из Польши. В гости к брестским коллегам по игровой площадке приехали четыре команды наших западных соседей. Себя показать и на других посмотреть. Это платформа для этого, что для встречи, для дружественной встречи. Участники команд, они более-менее, они уже играют несколько раз с собой. Это уже друзья, да? Это уже друзья. Мне кажется, новые команды, которые приключаются до этого турнира, у них есть возможность просто познакомиться не только с участниками из других команд, но с Брестом, но с Беларусью. Такие турниры, они как раз-то сближают, в первую очередь, наши народы, позволяют где-то обменяться мнениями, узнать какие-то новости, что-то вот высказать свое, вспомнить даже старые былые времена. Соревнования проводились в двух группах. Игроки 35 лет и старше, и вторая номинация 50+. В обеих группах победителями стали гости из Польши. Среди младших главный приз уехал в польский городок Сахачев. Среди более пожилых – в Бял-Подляску. Брестская команда «Вместе» в своих возрастных номинациях заняла третье место, проявив чудеса слаженности и командной игры. Крутой турнир. Есть возможность людям, которые уже чуть старше для профессионального возраста, поиграть, повеселиться, вспомнить, то есть заниматься спортом, а не всякой ерундой. Я могу только позавидовать такому, что международный турнир приезжает из Польши. Но сейчас в наше время, представляете, чтобы это дело было. Вот, поэтому еще раз, очень здорово, очень хорошо. В ближайших планах организаторов привлечь к турниру спортсменов из Украины, Литвы и Латвии, а также организовать команду из представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Бресте. Мы уже ведем разговоры, чтобы створить совместную команду, дипломатическую команду и выступить вместе в этом турнире или в каком-то другом. Идею создания дипломатической команды готово поддержать и областное управление спорта и туризма. Появление сборной такого ранга придаст турниру не только более высокий статус, но и повысит интерес в целом. Любое развитие, любые соревнования на любом уровне, на любом ранге – это в первую очередь спорт. А возможность лишний раз встретиться и показать свои возможности на площадке – это только приветствуется. Мы даже со своей стороны готовы, если необходимо, и в дальнейшем оказывать содействие и помогать в этом направлении. И пока дипломаты обсуждают новую идею, в нынешнем розыгрыше Кубка безраздельно первенствуют польские баскетболисты. Лучшими игроками турнира также признаны гости из-за Буга. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.